Вы все через 3 минуты в инсте должны быть. Спасибо, друид. У меня точка полета не открыта, надо открывать их. Не нагоните ДПС, но мне надо больше посмотреть просто. У меня просто каждый раз он сбивается. А полный отчет можно? Мне надо именно низы посмотреть. Понял, видно, не показывает так. А в Discord скинуть скрины можешь? Дымыч, пожалуйста, именно низ. Там, с 10 плюс места. Могу на 16 сласта показать. Ну, в Discord закинь скрины. По возможности. Хочешь показать свое превосходство над всеми? Я смотрю нижний ДПС, те, кто слабее бьет. Нет, кое-что другое нужно. Лимон, это неправильный ДПС, ты чё? Ну а ДПС у всех, если что, отличается. От компов зависит, от интернета. Не, мне интересно, чисто 336, это где я успел набить? Ладно, я куда я залетел. Самонете туда меня, я отойду на минуту. Ты КП за приговор начислил. Шепер, чё ты такой ленивый, Сум? Где ты видел этот? Привет. Ты локов видишь? Падло нажать на камень. Себя. Да тут никого нету. Кстати, на камне один Алекс сидит только и всё. Дайстрики, можете подсказать, что при профитнее в дух впиваться или чё? Потому что ты поменял шмотки на 20 левелов выше, просто синтой, у меня ДПС что-то упал. По капам надо собираться. Что? Капы надо собирать. Да не, просто у меня вообще 226 сейчас или натонул рейд. Сколько у тебя капов? Меткости сколько? Сколько крита? Меткости у меня почти 15 уже, сейчас скажу. Это много. У меня 12.50, вот так что много? По гайду пишется 15 надо. Короче, почти 13%. У меня вот это, что я в рейд линканул, стояло, я поменял вот на эти две. Это от много чего зависит, от бафов рейда, если там еще что-то. А, ну может быть, потому что что-то... У тебя щит от духа, у тебя стоит символ на щит? Да. Ну тогда понятно почему. Свет, ставь шкафчик, пожалуйста. Да не, кротит, я это и не собираю дух просто, блин, ну что-то не знаю, надо потестить дух на манекене или что. Ты
ты только 3 стрелы хаоса, о, 9 стрел хаоса кастанул за весь бой. Да я не считал. Это по аккаунту так и пишет. Ребята, присмотрите, пожалуйста, обустанного дестрика. Очень вас прошу. Вон, это и 49 вообще. Вы что, блин, стрелы хаоса дестрики не касите? Да касишь? Ничего не спрашивает про этого лока, я вообще не могу этим бомжом играть. Так он откатывается, как бы, и плюс... Плюс Т4 у меня-то нет, у меня один кусок Т4, у меня второй кусок, тогда там стрела хаоса еще будет в профите, конечно. Мне непонятно, как откатывается эта стрела хаоса, я до сих пор не разобралась и не вникала. Поэтому мне неприятно локом быть в рейде. Там же простая ротация. Я лично не разбиралась. До так тут реально... Возьму все, что откатится. Ничего сложного нету, просто как стрелу, не знаю, может там от хосты или от чего зависит откат ее. Она просто откатывается и откатывается. Толку, если макрос даже сделают. Она же быстрее не станет. Ничего не зависит, она зависит. У нее есть свое, когда... Там вроде даже символ, но я не помню. У нее нет. Ну вот да, Т4, да, там дает. Суть какая, там после 3 костов огня любых, ну таких типа испепеления, поджигания, дается 3 выстрела стрелы хаоса, и под нее нужно подбивать остальные как бы косты. Если вы за это, я просто тут... Да. Я про это и говорю, я вообще не понимаю, как быстрее дамажить. Я, конечно, потом приодену, я разберусь. Короче, надо собирать Т4. Да, да, без Т4 я вот пробовал на Синдре, там, типа, одевал крита почти, там, 55%, на испепеление больше, там же крит еще плюс, ну, 2Т10, вообще без понтов. Все, танки, пуляйте, пошли трэш чистить. Поэтому Т4, когда будут, тогда уже можно смотреть на ДПС. Я понял. Надо еще так подгадывать, чтобы каст был, блядь, не 1.8. Как? Я не знаю, как эту ротацию жать. Ты вообще какие символы носишь? Жизнеотвода очень нужный символ, это 100%. Который дает 30 чего-то там, да? Нет, у меня не стоит. От духа он, короче, дает тебе СПД. Я, честно говоря, им не пользовался, тоже думал, шлак. Но когда я взял его... дает нормально, он в районе 80-60 даже СПД дает. Прирост еще неплохой. Лишняя, это еще лишняя кнопка, надо же на себе жизнецвет постоянно поддерживать. Ну, как бы, я в моменты, когда под прожим хосты сюда, ну, у меня по КД он висит на мне. Вообще, за лока очень много фарма, если ты хочешь нормально, у тебя должно быть не зев постоянно присутствовать, это 80 СПД на минуту дается. Ну это мажет они сама сильно, по факту. Мне все равно Афлик больше нравится, но до Т10 тут нечего делать в Афлике. Чернокнижник, когда первым убиваем, вот это череп, да, потом крест. Я двоих могу держать, если хилы нормальные. Так, секунду, я сейчас... Они тут все активны, это же бычка. Давай.
А, льда как бы. Не знаю, нежить нормально тем, что у них там отхил жесткий идет, по переделами нежить, кстати. А ты тактики не знаешь, никакой ломать тут? Добиваем. Сокрушит вас. Вот, вот. Сундуке. Там же есть маленький хант у нас. Или его уже нету? А вон он, маленький хан, белорус, или как он там. Тоже не отказалась. Ты вообще видел, по что одет мой лоб? Не, плащ этот, я с ним бегал до 264-го, хороший. Ну, я, если жизнеотвод опять же брать. Так вот, даже рольнуть не дали. Т4 по ГП идут. Блин, только бы второй кусок достался. Света, роль Т4. Плечи. Там выкинули на ролл плечи? Да. Сейчас посмотрим. У тебя ж не привязан, да, твой этот червячок? Лок привязан у нее. Да нет, я не... Я угу это спрашиваю.
Так, в смысле, этот, ну это ж по ИПГП. Ну да, по ИП. Сань, посмотри, у меня дона нету. Секунду. Сейчас найду у кого-то плечи. 245. Перечислим все. Первым жицу заливаю. Да. Шкаф тыкните. Я кинул на локон. Ренжу набирайте еще на боссе. Бейте. Локи могут вешать проклятие рока, если стихи уже висит. Пусть руки кидают, я в книжку. Че я ИПшечку пошла фармить? Нет, нет. Нет, главное рейнджу ломбать и все. Какая значит? Я просто ничего не езжу. Долго не зверосли всего. Просто отказался от травничек. И теперь от припотов отказался.
пожимки отдал. Ну ладно. ХП. Да, конечно, тут на нас не мота. Сран, если ты будешь бить в лицо, тебе ДПС это не даст. Наоборот, ухудшит. Стой в спине. Нет, он рядом смотрит. Как вы 7 тысяч не добили? Ля, говно. Я вот не пойму, как тут ролить? Что ролить? А подожди, а лут-трекер это просто, чтобы показывать то, что есть, да? Пока что он не действует, он действует только с первого числа. А, понял. Все. Света, роль штаны. Пропиши систему ЕПГП. Через флеш. Увидишь, где ты есть, а ты есть на самом низу. Ну да. Силу получается. Не знаю, смотрите сами. Я же себе что-то висим управляла. Давай, все, у меня 4-4. Твисси выше, да. Киньте, да. Спасибо. Да. Тут портал закончился. Кидай на дис. Не трать деньги, ты чё? Я залез на голову этому гиппогрифу. Господи, я это вижу, это просто великолепно. Да, конечно, вообще не придумано
маунтов под этих, на, ну, более-менее там смотрятся несколько маунтов под них, большие которые. Потому что они хвостом сидят. Сила-то тут? Ок. И как правильно? Что я могу и ноги отдать, у меня 264, если потом башку с карой заберу и все. Ну тебе профитнее, вообще надо корпус менять. А что у тебя за ноги, покажи. У меня ноги крафтовые. Ну линкани могу... их несколько есть, на меткость, которые... С хитом. А нет, у меня с хостой. Хаст, меткость... А, вот, хаст, значит, да, лучше силу тогда отдай, потому что у него на меткость, у него перекап меткости слишком большой. И надо именно... менять ноги. Она отвечает, если она тут, я отдам. Ну, голову тебе выйдем, я не знаю, когда там. Да я... А, я тут, я тут. Надо тебе ножки, токен Т4? Да. Ну, в инст прилетишь, я тебе отдам. Там меткости процентов 19 у нее вообще. Конечно. Заходим, заходим. А, так, слышь, ты видишь, тут уже и морозится. Где шкаф? Где шкаф? Я долетаю на полетке только. Ладно, ставлю. Дум, блядь. Ты вот это прекращай ругаться, Виталя. Ты ж был я такой... Я сказал ля, а не через три буквы. Смотри мне. Помню, как ты 180-м зашел там в гильдию. Ни хера я не 180. Воспитали тебя, блин, ну ты одели, обули. Я где-то 218 заходил, не надо. Я же помню, как тебе писал, я хорошо одеваюсь, пусть. Кто где там зашел-то, Димон онлайн бар, который? Это еще с непригодных наших. Распалась у нас гильдия была. Я отдала ей ноги, короче. Ну разберетесь там, я думаю, кто там Саня сделает эти. Ну я во второй предмет еще пока не начислял. Ну тогда на вот кого на силу начислять? Не было. Света, сколько у тебя токенов за пределье? У нее только две. Башка и перч. Нет, я имею в виду, может 150 отдать за плечи. А, я 150 за плечи отдавал, да. Сменить уже эти 4. Сколько? 474. Так, конечно. Ну сразу геройски могут купить что-то. Ну, в принципе, да, но не знаю. Видишь, я ж хотел с Андролом пойти сегодня, я ж не знал, что у нас 25-ки. Чтоб ей плечи уже одеть. По-любому сейчас будут плечи напало. Тут плечи не падают. А, стоп, локов. А, не, падают. Тут час падает, не? Тут падают, наверное. Нет, это в прошлом плечи упали. Да, тебе нужно. Голова и плечи в корове, и перчи в коржане. Бьем трэш, прием. А штаны 331, правильно? Все, по-моему, 248. Если один токен, то все токены Т4 248. Какого перепуга? Нет. 331 штаны. Нет, а потому что плечи и перчатки идут так, а штаны, ноги и грудак... штаны, грудак и башка идут по большому. Ну, не знаю.
Сейчас Артём зайдет всем, спросите у него. А он когда зайдет? Он уже был, а ну сейчас я гляну в Дискорде. Что-то его нет. Веду снизу. Какого перепуга 389 штаны? Да ну, это почти как за геровские, ну, гер 331 штаны. Ну так это не те штаны, наверное. Они все одинаковые. Не, ну, 245-й левел одинаковый идет. Просто штаны. Те 251-е будут включать зеленые. Ну вот я первый вал 64 токен взял штанов, вот они. Любые штаны 245 и левела. 331. Ребят, слышите? Первого? А, извиняюсь, прибивку. Вот, я немножко не понимаю этой системе ПГП. Типа, можно выкупать вещи, если по роллу проиграл, типа, можно за эти покупать. Нет, их или как? Если как процент ролла выше всех, живак. Живак. А, все понял. Значит, в общем, ходишь в рейды, зарабатываешь ЕП. Потом за них по тебе даются вещи. Просто в 25-ках ОБ у нас только токены и серии отдаются за ИП. Остальное все так вот. Это, короче, ну, не мусор, понял, конечно. Понял, понял. Слушай, спасибо. Нормальное объяснение теперь. Значит, в системе ПГП есть три показателя. ЕП, ГП и ПР. ЕП – это очки, которые ты получаешь за прохождение рейдов. Убил босса – получил ЕП. Прошел рейд – получил ЕП. ГП – это очки, которые ты получаешь либо за то, что ты затупишь, не исполнишь тактику, упадешь, вайпнешь рейд, либо за шмотку топовую. ЕП делится на ГП и получается ПР. У кого эта цифра ПР выше, тот и первый на шмотку. Из тех, кто кидает ролл. Вот и все. Все понял, спасибо, буду знать. Чтобы смотреть свой приоритет, скачать дон ЕПГП. Он находится в основном в канале данного дискорда, в канале от Дончики. Окей. Вот смотри, люди, которые сейчас брали вещи, токены, они получили ГП. То есть у них начисляется ЕП за то, что они ходят, и ГП, когда они берут что-то. Соответственно, они получили да ГП. Да я понял, и, понял уже, понял. Я уже все понял. Лима только не врывается. Он просто любит объяснять одно и то же по 200 раз разными словами. Это у него такая... Фишка. Хобби, короче, хобби. Так я не понял, что тут на сайте понять, а? Хоббит. Саня, куда ты пропал? А, стоп, тут соло танка, нет, после трэша. Дайте тульку нам. Хоть маленькую. Блядь. Войд, поставь кого-то на эти сферы. Тьфу, на кубы. Ты нахера на меня метку поставил, а? Пошел в жопу. Я не умею. Давай. Я буду ДПС. Трэш? Не, я после трэша спекаю. Встаньте все, пожалуйста, в одну кучку.
Чаротворец. У тебя Адон стоит? Кто из нас слабее? Каску обновите поваром, каску. Она не увеличивается вроде. Только интерфейсом вроде. Касок нету. Дайте каски, пока время есть. 19 секунд. Дали. Один только на пол вижу. Где еще два на пола? Тебе казалось, что я слаб, мягок. Так кто из нас слабее? Через 30 секунд, Валентин. Не, меньше уже. 6. Только не снова. Я тоже чуть. Есть такое дело. Бля, а чё растишку на откидывание кидать? Кто это вообще такой? Как его зовут? Саня, я дал только что, ну блин, после этого как с куба слез, сразу дал. Просто если б не дал, мне кажется, вообще не дали бы. Да, ты же один шаман в рейде. Откуда? Я там самый нелюбимый инст. 10 секунд. Да, у меня что-то пешки есть, что ты паришься. Фу, блин, да я что-то вообще. Фу, но я нажал. Ну, разве не прожался почему-то? Не вставайте. А это мультик. Не вставайте, я резко. Да по-любому он, я базарю. Нет. Опять в танка спекаться вышел.
Там Дживса просят. Да, не парьтесь, там 2 копейки. Дело в том, что у меня вроде бы тоже в зоне досягаемости был куб, жму, не жмется со второго раза, а так если два раза нажмешь, можете отказаться от прожимания. Тоже... Не, ну там есть время, но все равно лучше, да, подготовиться. Почему именно... Нет, а почему именно Гурыч? То есть ты его не спросил, просто взял и поставил? Ну, ты знаешь как. Мне тоже никто не говорил, я в какой-то момент смотрю надо мной луна, я такой, о, ага, значит я на кубе. Пошел и сказал. Не, ну если кто-то хочет заменить его, допустим, и где-то будет профит, не даун, дамага даст больше. Не вопрос. Где кулаки, палы? Их уже 3 пала. Крест шамана. Длительность можете с меня снимать, я тут не буду давать ДПС особо. Длительность и так не будет, я на трэш. Да я и так не бью. Надо вообще на самом деле мне уже давно аддон скачать на агро. Просто у меня ноут слабенький. Я теряю, сам понимаешь, перекаста. Ну, типа Оумен или что там какое-то следит. Может сейчас Геру дать? Зачем? После второго откидывания там сразу идут кубы. Дайте сальву по нему. Блять, сейчас я сорву. Мягок. Да кто из нас слабее?
Я уже забрался в топоте. Ну, он, типа, мне его сказали не скидывать. Прожали! Не двое. Ох, и черепок! Черепок! Я еле успел. Пойду-ка я на всякий случай к черепу. Да, страхую тебя. В смысле, зачем? После второго там идут сразу лучи и увеличивается урон. Какой на пул трех хантов, если только один хант на пулевал? Кубы, готовьтесь. Кубы. Прожали, прожали! Хан, смотри за костом, внимает. Ну не знаю, мне просто остальных не видно. Вопрос, когда куб прожимаешь, идет отчет, как ты его тянешь или нет? Да. У меня только что не было, я чуть не запорол. Показывай. Пару секунд. От такого босса убивать без дискорда, какой детский. Типа тут время не точно в этом ДБМ. Там плюс-минус секунд. 15 секунд, да, Кубы? Поражали! Блин, надо тоже себе что-нибудь такое. Лучше, конечно, тебе его, потому что я слакер сам дикий. Этот аддон самописный, поэтому Тёма никому сказал его не скидывать. Ну, я знаю, кто пишет это. Я только волос спамал. Ну, это Саня писал или нет? Да, по-другому. Ну, если он, я с ним говорил, он сказал, да, без проблем раздать всем. Ну, когда падает потолок, таймер неправильный. Ну, готовимся. Секунд. Еще секунд 15-20. Прожали. Мне кажется, ну, где-то так. Не заходи, конечно. ДПС, а так говорят. ДПС тебе повесил. Вот, видите, бери, а если у тебя вот это, бери себе чест лучше, у тебя 4, то 4. Если это на тебя. А, это не на тебя. Кирилленко, не тебе этот раз, потому что у меня рекаунт забагался. Мне только колобу надо, у меня 4 будет. А, не парься, но мне этот лог так, ебашку пофармить.
Что, у меня даже нету ДПС, что ли? А ты полный отчет скинул, боже. Да Дымыч, а что ты там ролил? О, десятка, нормально. Наверное, лучше рейпер, я так думаю. Это чисто предположение. Чё, ИРС-ка? Да. Пришла на половину. Хорошо. Ну, 20-е бери, конечно, голову, не забудь разрушить. Ты что, мне сегодня зарол такой-то? Навряд ли. Жадина, говядина. Там нету нормального кольца на шумана вообще. Пятое. Сейчас скажу в четвертой. Так. В последней, в пятой. А, Лимон, ты распечатал броник или нет? Че, распечатывать надо? Да. Ну, просто правой кнопкой нажми на него. Че? И там уже выбираешь три спека, которых тебе надо. Это, ты сейчас выберешь шифтаниву, я просто цифру не помню. Там 331 или 331, если честно. Так, ну я ретрика хочу собрать. Может, то, что я в Далоране, ты поэтому меня не видишь? Лимон, грудак не бери, только на ретрик. Да уже поздно взял. Это 10-й надо было брать. Это 10-й будет башка-шлем. Башка-шлем, да? Ну, башка-плеч. А сколько раз? Сколько до Ареске перерыв? Пока летим, не знаю, минут 5 можно там щеку налить, я думаю. Летите все, всем над самой еще. А, ребят, Ареска это те, у кого убит проф. Кто, у кого проф не убит, пожалуйста, покидаем группу. Там уже половина. Брат, подожди, двое только ли. Епята не дали. Епа не дали. Нет. Я не умею это вычислять. Не мне плясай, плясай гильдию. Одного все, кто был, плюсуем. Кто еще не был? Шреддер есть или нет? Он живак и гипноз. Живака есть, гипноз есть. Ну, Шреддер еще. А еще один. А это Войт, что ли, уехал? Еще одного кого-то нет, вроде. А Баллер, вот он, по-моему, его нет. А я ручную, он плюсовал. Сейчас я вручную начислю.